Всем здрасте. Килограмм фарша говяжьего. Сверху насыпала приправу. 10 стакан риса. Сейчас разобью сюда 2 яйца. И буду делать тельки. Или ёрки, как мои внуки говорят. Вот. Соли. Все сделайте по вкусу. Все это, да, приправы какие нравятся. Соль тоже все по вкусу кладите. Хотите меньше риса, кладите меньше риса. Хотите больше, побольше, туда надо будет яичко положить. Побольше. Большая просьба к вам, подпишитесь на наш канал. У нас мало подписчиков, а смотрит много народу. Если не трудно, поставьте лайк и подпишитесь. Мы вам будем очень благодарны. Вот сейчас хорошо-хорошо. Вот так этот фарш нужно с рисом перемешать. Вот луковицу сюда порезала свежую. И тоже надо с фаршем перемешать ее хорошо. В этот фарш воды не добавляем. Но он не должен быть густым. Если фарш у вас густой, то лучше немножко добавьте воды. У меня не густой, нормальный. Хороший. Поэтому я воды добавлять не буду. Вот так все перемешайте. Потом дальше будем лепить в тельки. Лук сюда можно поджарить, положить. Можно сюда добавить еще морковку чуть-чуть поджаренную для вкуса. Но мне нравится со свежим луком. Так кажется, что он... фарш становится сочнее. Сочный. Вот так. Вот поджарку буду делать сейчас. Лук, морковка, перчик болгарский. Положила сливочное масло пополам с подсолнечным. Буду сейчас лук поджаривать. Вот только морковки натерла. Такая хорошая средняя морковка. До колосистого цвета пожарили. Теперь морковку надо убить. Морковку и перчик вместе можно положить. Сейчас. Немножко потушить. Вот перчик жарится, тушится вместе с морковкой. Зажарка у нас готова, поджарилась. Теперь сюда добавляю воды, сольки. Сейчас как закипит, будет туда тефтели класть. Вот так вот лепите. Фарш слепляйте прям кругленькие такие вот. Штучки. Потуже их слепляйте. И все. Леплю. Не очень большие, вот такие. Нормальные. Как раз. Хорошо. Вот так слепляйте их прям. Туго-туго, чтобы они тугенькие были. Чтобы потом не расползлись. И яйцо обязательно надо добавлять. Вот поджарка закипела. Сейчас будем туда тефтели ложить. Желательно, чтобы они все были одного размера. Вот так вот. 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 Сейчас будем их класть. Вот для тефтели еще картошку положу. Я ее такими кружочками нарезаю. Не толстыми, не тонкими. Вот такими. И тоже вместе с тефтельками положим. Варится. Вот эту нашу зажарку. Сейчас она закипит, но я ее сейчас подсолила. Приправы сюда ложить никакие не будем. Здесь перчик, морковка и помидоры. Ну, в общем, это соли, только соли положила я. Потому что у нас тефтели, там приправа положена. Но если хотите, можно и сюда приправу ложить. Слишком остро я не хочу. Дети не любят, когда слишком остро. Вот, закипела наша подливка. Туда кладем тефтельки. На дно. Вот так вот. Сколько там уместится у нас? Вот так. Сейчас. Вот так. Вот. Мы сейчас положили фарш. Сейчас я сюда положу сверху картошечку. Вот. Закипело заново. Теперь кладем сверху картошечку. Вот так. Много воды не наливайте. Вот сейчас я. Это будет где-то минут 40-45. Ну, может, даже меньше. Вот.
такая вкуснятина получилась, такая красота. Вот тефтельки, вот картошечка, посыпать зеленью, положить кетчуп или майонез, или сметану. Всем приятного аппетита, ешьте на здоровье вместе с нами, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь, ставьте нам лайки. Спасибо всем большое.